Справиться она отлично со своей миссией этим летом должны будут и социальные работники. Именно на их плечи ляжет работа с сиротами и детьми-инвалидами в лагерях. Всего предстоящим летом туда отправятся отдыхать более 15 тысяч таких ребят. Кстати, на организацию их летнего досуга в этом году выделили на 12,5 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Сегодня социальные работники и педагоги обсудили, чем занять детей во время самых продолжительных в году каникул. Подробности у Анны Мамаевой. К началу летнего сезона уже начали готовиться директора центров социального обслуживания. Сегодня социальные работники со всей области собрались в детском центре «Вятушка», чтобы обсудить организацию летнего отдыха детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Здесь прошло совещание. Кстати, кроме обсуждений, для социальных работников провели мастер-классы. Они освоили новые для себя виды творчества, например, декупаж и квиллинг. Эти навыки помогут социальным работникам организовать отдых детей. Кстати, детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в области более 15 тысяч. На их летний отдых из федеральной казны выделили более 63 миллионов рублей. Я не буду скрывать, что многие из них социально запущены. Есть проблемы и с точки зрения педагогической. Поэтому им, конечно, в этом плане нужно внимание особенное. Именно поэтому мы сегодня с директорами учреждений будем говорить о том, что не только в загородном лагере должны работать с этим ребенком, и не только на выделении дневного пребывания, да, с точки зрения организации лагеря дневного пребывания, но и то, что помимо питания, помимо какого-то внимания, свежего воздуха, эти дети должны быть заняты. Помочь детям, которые болеют туберкулезом, призвана всероссийская акция «Белый цветок». Сегодня она стартовала и в нашем городе, и продлится до 25 апреля. В эти дни волонтеры движения «Добрая воля» будут изготавливать из бумаги белые цветы, символ борьбы с туберкулезом, после чего отправляться на центральные улицы города и продавать их прохожим. Фиксированной цены на цветы нет. Каждый кировчанин предложит столько за них, сколько захочет. Все собранные деньги будут потрачены на детей, больных туберкулезом. Кстати, в прошлом году благодаря такой акции удалось собрать более 200 тысяч рублей. На эти деньги приобрели спорттовары, канцтовары и спальные принадлежности для детского туберкулезного санатория «Талица».